можешь потихоньку рассказывать, что там, на твой взгляд, изменилось. Я отпустила напряжение, походу. Подними брючи. Вот так, мы делали правую ногу. У нее появился свод, который не провалился. А так можно? Как оказалось. Да, вот еще больше отвернула на внутреннюю сторону. Мизинец лег, пяточка выравнивается. Я говорю, она сейчас еще пытается поставить. То же самое, что я буду сидеть и так отловить. Заканчивай до конца шаг, чтобы отловить. Когда ты заканчиваешь шаг, чтобы... Вот иди. Чтобы вот шаг. Да. То есть вот это, вот ты должна вот так закончить шаг, понимаешь? Давай, делай шаг. Вот. И вот только после этого ты выкидываешь ногу, да. То есть не отрывай, не торопись отрывать. Вот, спокойно, понятно. Но ты должен идти внутрь, иди себя. И тогда все идет. Вот. И сразу ягодичные работы. Потому что как только пальчики сработали, все сработало. Блин, я не пойду на гоп, а хотя мне тоже так не делают. Это сделаю. Сегодня. Понимаешь, да? А так она вся работает. Но вставать все по-другому. Сейчас все пальчики легли.